Овны, полагайтесь сегодня только на здравый смысл. Если вы чувствуете, что вам его недостает, стоит воспользоваться чужим. Делайте что угодно, но не давайте волю эмоциям. Тельцы, сегодня вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление. Упрямством ничего добиться не удастся. Близнецы, время поджимает, так что следует собраться с духом и начать быстро работать. Приложите все усилия к тому, чтобы скорость не слишком сильно повлияла на качество. Раки, пришло время для хорошо продуманных и принципиальных действий. Однако вам не следует полагаться только на себя. Прислушайтесь еще к чему-то мнению. Львы, сегодня ваша жилетка очень пригодится кому-то в качестве носового платка. Считайте, что вам повезло, если у вас будет время на то, чтобы иногда ее выжимать. Девы, у вас может совершенно неожиданно появиться возможность получить недурную прибыль. Главное, эту самую возможность не проглядеть. Весы, вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих вам, как жить дальше. Придется поискать какое-нибудь убежище, чтобы день не принес раздражения. Скорпионы, сегодня вам потребуется простор для деятельности. Лучше будет, если вы сможете его добиться, иначе это может привести к катастрофическим последствиям. Стрельцы, может, вы поставили не на ту лошадь? Проблема явно не в том, как вы что-то сделали. Тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете. Козероги. Все будет получаться настолько гладко, что было бы не лишней пошагово записать последовательность ваших действий, дабы иметь возможность воспроизвести их в дальнейшем. Водолей. Сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы изведать новые ощущения. Можете попробовать очередной сорт пива, например. Рыбы. Вам следует найти новый и смелый подход к проблемам. Единственным ограничением могут стать ваши силы. Их будет немного.